большой и пламенный привет! Сегодня наша тема – это кисти. Как за ними ухаживать, как часто и чем мыть, и как продлить их срок службы. Большинство моих кистей для макияжа, которые использую каждый день, уже больше 5 лет. Они выглядят и работают как новые. В чем секрет? Вот об этом я вам и расскажу. Но обо всем по порядку. Я пользуюсь минеральной косметикой, и в моем арсенале есть кисти как с синтетическим, так и натуральным ворсом. Натуральный ворс способен быстрее впитывать загрязнение и пыль, и уже где-то через 5 дней, по ощущениям, ворс становится колючим и жестким. Отсюда вывод, что кисти из натурального ворса мы моем чаще, вплоть до ежедневного очищения, если используются плотные масляные основы, кремовые текстуры, пудры, румяна, помады. Так как в последующее использование наслоения на кисти плотных или жирных текстур будут накладывать продукт на лицо неравномерным слоем. И, конечно же, на кисти будут накапливаться загрязнения и размножаться бактерии. Использование рассыпчатых минеральных средств позволяет растянуть период до очищения кистей из натурального и синтетического ворса до 1 раза в неделю. Это касается кистей, используемых для лица и макияжа глаз. Для того, чтобы ворс кистей был мягким, эластичным и держал форму, 1 раз в месяц обязательно наношу до середины края ворса кисти питательное очищающее растительное масло – кокоса или льна. Оставляю кисти часа на 4, в идеале на ночь. За это время масла расщепят остатки и полностью смягчат ворс. Почему рекомендую оставлять масло дольше 4 часов? Так как растительному маслу нужно время, чтобы проникнуть в структуру. Этот процесс может занять до 14 часов. При попадании на натуральный ворс маслу нужно несколько часов, чтобы проникнуть под кутикулу. Проникающими маслами считаются кокос, лен, авокадо. Непроникающими, так называемыми покрывающими маслами считаются подсолнечное, кукурузное, соевое, жожоба. Масло, которое проникло в структуру волоса, натурального или синтетического, защищает его от повреждений и агрессивного воздействия щелочных компонентов во время очищения, которые могут делать ворс сухим и жестким. На утро я очищаю кисти привычным методом. Это мой еженедельный вариант очищения кистей. Использую органический гель для душа, подойдет также детский или органический шампунь, которые очищают и не иссушают ворс. Следующий этап – наносим на кончик ворса кисти бальзам. Он поможет своей кислой средой закрыть и сгладить чешуйки, которые открыло очищающее средство. Оставляем на пару минут и смываем. Протираю ручку кисти и снимаю остатки воды с ворса полотенцем. Оставляю сохнуть в горизонтальном положении, так, чтобы ворс не соприкасался с поверхностью. Таким образом мы избегаем попадания в основание влаги, которая может расслаивать клей, что повлечет за собой выпадение ворса. И, конечно же, мы избегаем скопления там влаги, из-за которой могут размножаться патогенные бактерии. Кисти высыхают при комнатной температуре, и уже примерно через 3 часа они снова готовы к работе. От качества ухода за кистями зависит не только конечный результат макияжа, но и настроение от процесса. Для многих девушек нанесение макияжа с утра – это некий ритуал. Расслабление, настройка на день и от того, какие ощущения вы задали себе с утра, от этого зависит весь ваш день, его восприятие и настроение. А всего несколько простых и доступных методов сохранят ваши кисти и поднимут вам настроение от приятной мысли, что ваши инструменты красоты продолжают вам долго служить, оставаясь такими же, как после покупки.